Подъемный кран пытается оторвать многотонную плиту перекрытия, чтобы рабочие могли заменить поврежденные стихии металлоконструкции. До этого с моста уже сняли асфальт, а также расширили балки несущей конструкции. Иными словами, его разбирают буквально по слоям. Работа эта очень тяжелая и кропотливая, вести ее нужно с особой осторожностью, и только потом начнется следующий этап. Вот эти металлические балки нужно снять на ту сторону, вытянуть на ту сторону. Потом, пока балки будут ремонтироваться, будет заливаться опора правого берега. После того, как зальется правый берег и балки к этому времени подремонтируются, подлечатся, будет обратный демонтаж этих же балок. После того, как отреставрированные балки вернутся на свое место, мост снова начнут собирать. Сначала плиты, на них защитный и выравнивающий слой, а уже потом асфальт. Параллельно по поручению главы республики завершаются работы по укреплению объездной дороги в Учкулан через Хурзук. Рабочие уже расширили 5-километровый участок трассы, и по нему сейчас спокойно может проехать любой транспорт. Дорога очень даже хорошая, проезжают все легковые автомобили. Товарооборот в ауле не приостановился. Может проехать скорая помощь, любая легковая машина. Жизнеобеспечение аула сейчас никак не нарушено. Проблем ни с медикаментами, ни с продуктами первой необходимости нет. О сроках полного восстановления большого моста говорить не приходится в силу большого объема и сложности работ. Однако для удобства местных жителей, помимо объездной дороги, которая уже функционирует, здесь за моей спиной еще появится небольшой подвесной пешеходный мост, по которому жители могут спокойно перейти через реку. РНС Чуков, Роман Баюра, Олег Молхожев, Архиз 24.